Когда я вернулся в коридор, Твай просто сидела там же, где я ее оставил. Но за дверью номера Айрона доносился шум, чуть панический голос Хары и короткий ответ Минотавра. «Да уж, Харе не позавидуешь», — хмыкнул я. «Просыпаешься такая с утра, а тебя ждет представитель правителя». «Она уже выглядывала и просила прощения за ожидание», — подтвердила Твай. «Вот я и жду. Арт, так почему ты вчера сбежал?» Я открыл рот для честного объяснения. В конце концов, это Твай, она знает Кейденс и может помочь с моей маленькой проблемой. Придет к ней и с уверенностью скажет: «Это мой друг Арт, и он до безумия хочет провести с тобой жаркую ночку. Но это не его вина, это все чейнджлинги». Как-то сразу вспоминается реакция Твай на одну лишь мысль о том, что я целовал цирку в ее обличье. Я закрыл рот. «Нет, фиговая идея. Все, что можешь сказать по этому поводу Твай, я могу сказать куда лучше и доходчивее, хотя бы ввиду отсутствия стыдливости. Так что единорожка будет лишь ненужным посредником. Да и потом, учитывая, что ее брат муж принцессы, может получиться еще более неловко. И пока я не закончил работу над ментальной защитой, я бы предпочел, чтобы как можно меньшее количество народа знало суть моей проблемы». «Были кое-какие дела личного характера», — уклончиво произнес я. «Умоляю, не спрашивай, ответ будет неловким для нас обоих. И не беспокойся, я в любом случае с ней познакомлюсь». Твай глянула на меня удивленно, но последовала моей просьбе. «Кейден сегодня спрашивала о тебе», — пояснила она. «И девочки тоже». «Зачем?» — насторожился я. «Кстати, Твай, я до сих пор не в курсе, зачем она меня пригласила. Есть идеи?» «Может, это что-то связанное с играми?» «Однозначно нет», — покачал головой я. «Приглашение не стояло даты, оно бессрочное. Я могу приехать сразу, а могу приехать через год». «Тогда, не знаю, может, ее заинтересовала музыка или твой мир?» «У пони так принято? Просто пригласить кого-то тебя интересующего в гости и расспросить?» «С незнакомцами так обычно не делают», — согласилась Твай. «Ладно, о чем она спрашивала? Решил зайти с другой стороны я». «Какой ты? Как себя ведешь? Как относишься к пони? Что о тебе думают другие?» «Она что, вторая Селестия? На кой черт эти разведданные?» «Ничего не понимаю». «Да, яснее не стало», — вздохнул я. «Ладно, загляну к ней сегодня». «Я готова». Дверь открылась, и из нее чинно вышла мисс Харшвинни. «Хара, это выражение у тебя к одежде прилагается», — улыбнулся я. «А я-то вчера думал, что тебя кто-то расстроил». «Артур, я на работе». «Ах да, профессионализм», — хмыкнул я. «Ладно, не буду портить твой строгий образ, лучше сделаю что-нибудь полезное. Твайлайт, это мисс Харшвинни, инспектор эквестрийских игр. Мисс Харшвинни, это Твайлайт Спаркл, доверенное лицо престола. Элемент магии, лучшая ученица принцессы Селестии, спаситель принцессы Луны, победительница Дискорда, Чейнджлингов и героиня Кристальной Империи. Она решает проблемы, и поверь мне, Хара, ты не захочешь быть одной из них». Безумно жаль, что я не могу этого сказать. Ну как же хочется. «Ладно, на этом вас оставлю, если вы не возражаете. Если понадобится, то я буду или здесь, или в той же кафешке». «Мисс Харшвинни, мне очень жаль, это я должна была встретить вас вчера, но из-за небольшой накладки мы перепутали вас с другой пони и провели экскурсию для нее. Надеюсь, вы хорошо провели время в Кристальной Империи». Я не удержался от того, чтобы обернуться и преувеличенно, чтобы точно поняла, подмигнуть Зимнопони. Ее шорстку слегка тронул румянец, став ярче, когда я открыл дверь и проскользнул в свой номер. Дверь отсекла четкость звука, но тирада, которую произносила единорожка, явно несла болтологический импульс не меньше, чем в 0.3 Пинки Пай. Надо попросить Твайлет объяснить что-нибудь сложное в кратчайшее время, записать это на планшет, а потом принести запись винила и наложить на музыку. Итог обещает быть забавным. О, третий раз за сегодня я удостаиваюсь этого взгляда, полного надежды. Для разнообразия не от пони. «Твайлет там?» Почти неслышно произнес дракончик. «Пока да», так же тихо ответил я, «но без стука она не войдет, так что пойдем подальше от двери и поболтаем». Усевшись на стул рядом с небольшим письменным столом, я закинул ногу на ногу и подмигнул дракончику. «Ну что, рассказывай, герой-любовник». «Почему это я герой-любовник?» Тут же попался в ловушку Спайк. «Как это?» – удивился я. «Насколько мне известно, ты должен был присмотреть за животинками. Но стоило только поезду Твайлайт исчезнуть вдали, как ты, взяв в охапку сразу троих девчонок, поехал с ними тусить по заграницам». «Нет!» – отчаянно зашептал Спайк. «Все было не так! Просто... А, я понял, ты шутишь!»
Я рассмеялся. Ха-ха, шучу, шучу. Но мне все же очень интересно, как вы тут оказались. Спайк рассказал свою нехитрую историю с очевидной моралью. Жадность — это плохо. И я же из рассказа подчерпнул, что животные тут еще умнее, чем я предполагал изначально. И, возможно, даже понимают не только интонации, но и речь, даже если говорящий не Флаттершай. «Ладно, денег на обратный путь я тебе подкину», — хмыкнул я. «Ты расписание поездов глянул?» «Ага, обратный отходит через час». «Тогда собирай народ. Если вы пойдете сейчас, то точно не толкнетесь ни на кого знакомого». «Спасибо, Арт, буду должен». «О, да», — ухмыльнулся я, — «еще как будешь». «Опять почта!» – тяжело вздохнул Спайк. «Расслабься, я снова шучу. В общем, буди всех, только тихо». «Ага». Надевать вчерашнюю футболку я не стал. Она изрядно попахивала потом, но Спайк, видимо, из вежливости ничего мне по этому поводу не сказал. Как и по поводу ковбойства с кристаллом. «Доброе утро, Арт!» Позевывая, из ванной вышла Скуталу. «Есть чего поесть!» «Привет, Скут. Нету». «А у меня есть!» Похвасталась Пинки. Я перевел взгляд на нее. Розовая понька уже проснулась и трясла хайром, возвращая гриве объемный вид. Ха, интересно, она вообще причесывается? Или даже у стального гребневые зубчики погнулись? Вот. Трикси однозначно понравится этот фокус. Хмыкнул я, когда настало что-то вроде понячего варианта тульского пряника из-за уха. Доброе утро, все пони. Свити посмотрел на меня и добавила. И Арт, а можно мне тоже пряник? «Конечно!» – крикнула пони и совершенно аналогичным способом добыла оттуда еще одно лакомство. Я задумчиво приподнял бровь. Она их где-то в гриве хранит, что ли? «Будешь!» – она достала третий пряник. «Оставь Apple Bloom!» – покачал головой я. «Как спалось?» «Восхитительно, как всегда!» – радостно ответила поняха. «Но я требую реванша!» «Ну, как в следующий раз приспичит напиться на следующей вечеринке». «Оки-доки-локи!» «Доброе утро!» – из ванной появился Apple Bloom и Вайнона. «Иди сюда!» – тут же радостно позвал я. «Хорошая собака, хорошая! Просто прелесть! Не то что хозяйка!» «Эй, эй, Джей, хорошая!» – возмутилась Apple Bloom. «Хорошая пони, но плохая собака!» – ехидно прокомментировал я, продолжая чесать за ухом млеющую Вайнону. Сложно это совмещать. С собакой Applejack у меня действительно отношения были куда лучше, чем с самой Applejack. Ну, что поделать. В дверь постучали. Я сделал большие глаза, но Спайк и компания уже рванули в ванну. Я поднялся и открыл дверь. «Арт, мы с Харой собираемся пойти перекусить, ты с нами?» Поинтересовался Айрон. «Не вопрос, через 5 минут буду. Только давай в то же кафе». «Хорошо, если Хара не возражает». Как-то очень ласково он о ней говорит. 5 минут», — повторил я. Я вернулся в комнату. «Так, ребят, я пошел. Будете уходить, отдайте ключ на вахту», — сказал я, выглядывающий из ванной компании. С сомнением посмотрел на кроличье гнездо и повторно решил, что обойдусь без футболки. «А, и деньги, вот. Пинки, ты со мной?» «Ага, только их провожу», — улыбнулась понька. «Зачем?» — удивился я. «Они сюда добрались без проблем». «Потому что я соскучилась по Гамми. Побуду с ним, пока мы прогуляемся до вокзала». «Ты же один день...» «А, стоп. Не все такие холодные скоты, как я. Может, ей действительно одного дня достаточно, чтобы соскучиться?» «Ладно, я ушел». Кафешка все еще стояла пустой, если не считать Айрона, задумчиво плетающего посыпанную зеленью спагетти. «Шаффл, а ты можешь мне сделать то же, что и Айви, только без зелени, но с сыром и сливками?» «Конечно. Сколько нужно того и другого?» Разобравшись с рецептурой, я уселся за стол к Минотавру. «А где Хара?» «Пошла в свою гостиницу переодеться», — ответил он. «Скоро вернется». И вновь эти теплые интонации. «И извини за вчерашнее». Тем временем продолжил он. «Я тут подумал, что перегнул палку». «Да, проехали», — пожал плечами я. «Я тоже был не образец добропорядочного поведения». «А со стражей ты хорошо придумал», — улыбнулся Минотавр. «Обманывать нехорошо, но ты так рассказывал, что я почти что поверил. Моему брату очень понравится твоя придумка». «Почему?» «Он фольклорист. Сейчас собирает сказки народов мира. Но для себя лично он коллекционирует небылицы, которые придумывают про нас другие виды». Айрон хмыкнул. «Их много. Например, среди пони ходит слух, что мы маги, колдующие не с рога, а между рогов. А грифоны уверены, что у каждого уважающего себя минотавра есть секира. То, что мы деремся с друзьями при встрече, чтобы подтвердить свою силу, ему точно понравится». Шаблон слегка треснул. Минотавр собирает сказки народов мира? Глядя на вас, так и хочется предположить, что у вас культ силы и суровый патриархат, хмыкнул я. «У тебя же руки в обхвате толще, чем у меня ноги. Да я вел ты себя вчера...»
Да, еще раз извини за это, смутился Минотавр. Минотавры на самом деле не такие. Мой народ мирные философы и ученые. И ты тоже? Или ты исключение? Я постарался скрыть свое офигение. Разве что по росту, хохотнула Айви. Из-за него меня всегда побаивались. Значит, ты тоже ученый? Хмыкнул я. Вроде того. В детстве я поскос и заметил, что козлы мелких пород могут без драк заставить более крупного противника отступить. Причем не только коз, но иногда даже собак. Так я заинтересовался, от чего зависит эта сила. Способность вести за собой, давать отпор. У меня возникла одна теория. Я слушал и охреневал. Конечно, с моей точки зрения, эта теория полный наивняк, но... Передо мной, можно сказать, пионер в области конфликтологии и психологии управления. Я отправился в путешествие, как и брат. Начал с грифонов, теперь пони. Потом драконы и чейнджлинги, если получится. И на основе своих теорий я начал учить других, как правильно добиваться своего. Не бесплатно, конечно же. И заодно основоположник тренингов личностного роста. Осталось только культ организовать. Хе-хе. Айви, а вы коз зачем разводите? Молоко, шерсть и навоз. Особенно умные помогают нам в хозяйстве. Не коровы, конечно, но так даже проще. Не думаю, что мы бы ужились с коровами. Мясо вы не едите? С надеждой уточнил я. Нет, ужаснулся Минотавр. Я ожидал, что нет, но все равно жаль. Ты хищник? Глаза Айви расширились. Здесь нет, грустно вздохнул я. Хоть и хочется иногда. Он едва заметно дернулся. А что такое тушенка? Нервно поинтересовался Минотавр. Особым образом приготовленное мясо. Просветил его я. Погоди, а откуда ты знаешь? А, точно. Айви, извини, я ничего такого не имел в виду вчера. Просто был очень зол. Вот оно что, задумчиво произнес Минотавр. Теперь все понятно. Знаешь, еще никто и никогда не нападал на меня. И я все гадал, почему ты это сделал. Тебе не было страшно? Это особенность таких, как ты. Но если ты хищник, скажи, а вы действительно готовы в любой момент мериться силой друг с другом? Как ты описал вчера стражи? В какой-то мере, я потер лоб, не всегда на кулаках, и мы теперь куда более мирные, чем были когда-то. Вероятно, раз ты живешь среди пони. А где обитают такие, как ты? За морем? Не в этом мире. Ты из другого мира? Удивился Минотавр. Ага, и Айви. Честное слово, я настолько задолбался отвечать на вопросы о нем, что скоро выпущу брошюру. Тебе придется подождать до тех пор, улыбнулся я. Шаффл наконец-то принес мне мои спагетти, сыр и сливки. Я быстро смешал их воедино и с аппетитом приступил к еде. Вкус был несколько странным, но в целом вполне неплохо. Айрон тоже вернулся к еде, и некоторое время мы только позвякивали вилками. Арт, а любой из твоего вида поступил бы так же? Поинтересовался вдруг Минотавр. Нет, даже я бы в другой случае не стал бы тебя бить. Тогда почему? Можешь считать, что тебе просто не повезло. Вчера я был крайне не в духе, и чтобы начать крушить, мне не хватало только толчка. А ты меня им обеспечил в лучшем виде. Он задумчиво кивнул. Знаешь, теперь, когда я думаю обо всем, мне даже немного понравилось. Драться я имею в виду. Именно так, яростно, самозабвенно. Что-то в этом есть. Только тренинги на этот счет не устраивай. Улыбнулся я и напомнил. Кстати, ты еще должен мне 12 тысяч бит. Сегодня же отдам, заверил меня Минотавр. Ну вот, так быстро согласился, что даже фраза «Или я возьму из тебя тушенкой» не понадобилась. Простите, что задержалась. К нашему столику подошла улыбающаяся Харшвинни. Она явно помылась и, наверное, сменила одежду. Но если по слегка влажной гриве можно было догадаться, что с ней что-то делали, то одежда была точно такая же, разве что не мятая. «Меня то и дело останавливали по пути». «Тяжкое бремя славы», – ехидно прокомментировал я. «Знакомо». «Но ведь я не сделала ничего особенного», – неуверенно ответила Хара. «Единственное на соревновании спела песню моего мира». «Да как? Тебе аплодировали чуть ли не вдвое дольше, чем остальным. И это при том, что они поняли ни слова». «Мне просто понравилась мелодия и голос», – смутилась Зимнопони. «А что в ней поется?» Я припомнил текст Джамалия «Стоп». «Знаешь, она, наверное, слишком человеческая. Она об обиде и ревности». «На что? К чему?» «Мы ее перевели, так что скоро выйдут альбомы с текстами. Сама все узнаешь», — отмахнулся я. «Не помню я ее дословно. Кстати, заказывай чего-нибудь. Твайлайт наверняка вот-вот появится». «Сам я тоже напоследок поучаствовал в этом соревновании. Правда, после окончания песни пони чуть ли не полминуты молчали. Прежде чем начали аплодировать так, словно по громадному барабану пошел град размером с куриное яйцо. Неужто настолько текст понравился? Впрочем, это не самое веселое, что я отчебучил. Скорее, финальный штрих.
Доев спагетти, я откинулся на скамейку и стал глядеть в окно. Очки потихоньку наполнялись куда-то спешащими кристальными пони. «Шаффл, а куда они все?» Поинтересовался я у хозяина заведения, когда тот подошел забрать мою тарелку. «Сегодня объявят решение по эквестрийским играм. Будут ли они проходить в Кристальной Империи? Мои жены и дочери ускакали еще час назад, чтобы занять лучшие места». «Вот как», — задумчиво произнес я, и едва жеребец отошел, немедленно обратился к Харе. «Ну и что же вы решили, мисс инспектор?» «Об этом узнает только принцесса Каденция», — решительно ответила Хара. «То есть, да?» — я смотрел свою мордашку. «То есть только принцесса?» Я улыбнулся. Хоть я и не Каденс, но ответ уже узнал. «Ну вот и хорошо». Я снова глянул в окно и, увидев яркое пятно среди переливающихся кристальных пони. «Ага, вот и Твайлайт. Хара, готова?» «Секундочку». Она промокнула губы салфеткой и придала своей мордашке обычное выражение. «Да». В кафешке Твай появилась вместе с Пинки. Видимо, столкнулись они уже недалеко от входа, потому что попрыгушку я в толпе не видел. «Мисс Харшвини, принцесса Миамура Каденция готова принять вас». «Удачи там», — помахал рукой я. «Артур, принцесса также желает видеть и вас». В том же великосветском ключе продолжила Твайлайт. «Что, прямо сейчас?» — поразился я. «Да, она особо попросила об этом». «А в гостиницу заглянуть можно предварительно?» «Она в противоположной стороне», — покачала головой Твайлайт. «До объявления осталось не так много времени». «Тогда пошли», — вздохнул я. «Шаффл, сколько с нас?» 8 бит. Я положил 10-битовую монету на столешницу, хмыкнул, и мы отправились в сторону Кристального дворца. Вид у меня, конечно, в высшей степени церемониальный. Одни только длинные шорты. Что ж, это лучше, чем было при встрече с Селестией и Луной. Халат на голое тело все-таки несколько более фриволен. Хотя я уже начал привыкать к тому, что пони все равно. Вон, Айви вообще ходит в одном галстуке, и всем норм. Не думаю, что я тут кого-нибудь сумею смутить своими маслами. Хотя бегать все-таки пора, однозначно пора. Вот вернусь и напрошусь на совместные пробежки с Винил. Вместе будет веселее. «Привет, Арт!» Короткая вспышка. «Привет, Блейз!» Я легонько погладил по голове ткнувшуюся меня пони. «Привет, Икара! Тебя кто-то обидел?» Понька затрусила рядом с нами. «Здравствуйте!» «Не трогай ее, она на работе, ей нужно сохранять серьезное лицо!» Хикнул я. «Тогда до вечера! Пинки, ждем тебя сегодня там же!» «Оки-доки!» Вот странная штука память. Если я устал, или в похмелье, или у меня болит голова, пользоваться ей в полной мере не могу. Не работает она на чтение, и все тут. Зато на запись работает всегда. Или я их специально запоминал. Не уверен. «Арт, доброе утро!» Еще одна пони поднялась на задние лапки и обняла меня, из-за чего мы едва не рухнули на дорогу. «Эй, вчера ты был более устойчивей!» «Вчера я знал, что меня будет обнимать, Хейзи!» «Как ты вообще держишься на этих длиннющих лапах?» «Уверенно», — усмехнулся я. «Хейзи, я тороплюсь». «Пока-пока! Пинки, Хара, приветик!» Не успела сделать еще несколько шагов, как ко мне подошли два незнакомых жеребца. «Привет, Арт!» «Привет, парни!» Я вглядывался в их мордашки. «Блин, Рубиланс, это ты? И Бастион? Ребята, вообще не узнать вас без доспехов!» «Капитан дал нам 3-дневный отпуск», — рассмеялся Рубиланс. «Сказал, что видел, как ты нас вчера загонял. Вот теперь мы ищем Майта. Не видел его?» «Видел с утра, но куда пошел, не знаю. Ладно, парни, мне пора на аудиенцию». «Передавай привет Айви». Я помахал жеребцам на прощание. «Арт, можно тебя на минутку?» Позвала меня Твайлайт. «Конечно, в любое время», — улыбнулся я, поравнявшись с ней. «Привет, Арт!» «Привет, Силк». Я махнул пони рукой и повернулся обратно к Твайлайт. «Что такое?» «Откуда ты знаешь всех этих пони?» – воскликнула она. «Ты приехал сюда только вчера». «Ну, пока вы занимались делом, я развлекался». Я подмигнул единорожке. Пинки составляла мне компанию. «Ну как можно было познакомиться с половиной Кристальной Империи за это время? Тебя же знает почти каждый». «Мы вчера организовали стихийный фестиваль», – хихикнул я. «Ну, Пинки организовала. Я так, подавал идеи. Среди всего прочего, там были танцы смены партнеров». Предлагая кому-то танец, каждый должен был назвать свое имя, а при расставании имя партнера. «Это просто супер-дупер офигенная идея!» – подтвердила Пинки. «Обязательно попробую ее на какой-нибудь другой вечеринке!» «То есть ты просто перетанцевал со всеми пони в Кристальной Империи?» «Нет, ты что, это бы заняло неделю. Просто подходят только те, с кем я танцевал, вот и кажется, что я знаю всех». «А еще, Арт, всем делал такие комплименты, Пинки показала мне язык. «А все равно спала с ним я!»
Комплименты? Удивленно уставилась на меня Твайлайт. Ага, Пинки хихикнула. Он такой кобылий угодник, каждый говорил что-нибудь во время танца. Пинки, и я не могу сдерживать восхищение тем, как своей откровенностью и очарованием ты покоряешь сердца везде, где бы ни мелькнуло твои игривые розовые кудряшки. Нежные прикосновения твоих лапок отдаются теплом в моей груди. Мля, вот, вот почему я так редко пью. Он сказал это тебе? Выпучила глаза единорожка. Хара, подобно дикой розе, ты скрываешь шипами нежность лепестков своей души, видимую лишь яркими проблесками в твоих прекрасных глазах, что с петом спорят с мечтой. Твоя удивительная улыбка остается со мной, даже когда ты уходишь. Мечтательно произнесла Харшвинни. Снова убери! Столь многих твоя красота заставила потерять покой и сон, хихикнула Пинки. А дальше я не слышала. И так каждый, представляешь? Боже, как же это неловко. Я вцепился в себя щеку так, что едва не прокусил ее. Арт, твоя-то шарашно уставилась на меня. Но потом мы все поняли, что его сердце занято другой, вздохнула Пинки. И комплименты, которые он сделал нам, лишь отражение его настоящей и, увы, безответной любви. Чего? Чего? Это была просто потрясающая песня, расчувствовалась Хара. И я была тронута до глубины души. Артур, с твоей стороны очень смело столь открыто признаваться в любви принцессе. Какой принцессе? Севшим голосом произнесла Твайлайт. Принцессе Селестии, конечно же! Словно самой собой разумеющейся, ответила Пинки. Он посвятил эту песню ей! Убейте меня кто-нибудь! Кажется, щеки горят, наплевав на все мои ухищрения. Я робко оторвал взгляд от дороги и глянул на поник. Хара и Пинки смотрели на меня сочувственно, а твой так, как будто я только что обрушил ее мироздание. Божечки, теперь мне понятно, что это за странные взгляды время от времени бросали на меня местные пони. Ох, черт, как же хорошо! Как же хорошо, что мы не в Эквестрии! О, жесть. Это просто песня была, деревянным голосом возразил я. Она имела к Селестии столько же отношения, сколько к мисс Харшвинни имеет Хару Мамбуру. Не беспокойся, Арт, мы понимаем! Серьезно ответила Пинки. Идите колотить. Кажется, теперь я от этого ярлыка так просто не отделаюсь. Нет.